Юридические консультации пользуются у ярославцев огромной популярностью. Общественная приемная по защите прав потребителей в сфере недвижимости продолжает функционировать. Квалифицированные юристы абсолютно бесплатно оказывают помощь всем обратившимся. О работе общественной приемной наш следующий материал. 8 долгих лет долевого строительства. Из них последние пару лет в судах. Заплатив строительной фирме всю сумму, что причиталось по договору, семья Исаковых сегодня на приеме у юриста. Они консультируются, есть ли способ воздействовать на застройщика и все-таки получить свою квартиру в собственность. Он мне предъявил претензию, что я еще 3% должна заплатить ему за оформление этой квартиры. Там, за воду, за санэпидстанцию, за пожарную. Оказывается, это все он обязан делать бесплатно. Многие соседи Ларисы Исаковой в таком же положении, а соответственно не могут получить документы на право собственности на свои новые квартиры. Ознакомившись с документами, юрист Светлана Сорогина пришла к выводу, что требования застройщика незаконны, и у людей есть шанс на положительный исход. Мы посоветовали гражданам уточнить исковые заявления, в каких пунктах тоже также разъяснили. То есть, и, соответственно, дальше уже граждане решили самостоятельно также действовать в рамках тех консультаций, которые мы дали. Надеемся, что выиграют суд. Думаю, что у них все шансы для этого есть. Услышав о работе общественной приемной, Лариса с мужем решили сюда обратиться. Консультации по любому вопросу, касающемуся недвижимости, здесь дают абсолютно бесплатно. Кому требуется, помогают составить документы. Других направляют в нужные им организации, дают советы. Еще вчера Лариса Исакова была готова опустить руки. Но сегодня слова юриста воодушевили ее не сдаваться и бороться за правду до конца. Результатами разговора сегодня очень довольна, много полезного узнала, и на основании этого буду, конечно, я теперь действовать дальше. Общественная приемная работает с понедельника по пятницу с 11 утра до 7 вечера. Любой желающий получить бесплатную юридическую консультацию может прийти к нам по адресу улица Свободы, дом 2, офис 204, это вход с площади Волкова, либо позвонить нам по телефону 33 57 80. Консультацию он может получить как по телефону, так и в случае необходимости юрист пригласит в офис. Чтобы не терять время в очередях, сотрудники общественной приемной советуют предварительно записаться на прием. Также можно уточнить, какие документы на консультацию нужно взять с собой. В Уссурийске нашли действенный способ борьбы с должниками за коммунальные услуги. Неплательщикам перекрывают канализацию. На сливные трубы ставят заглушки. И хотя вода в доме есть, выливать ее некуда. Поэтому нечистоты из ванной или туалета остаются в квартире. Чтобы оказаться в канализационной блокаде, достаточно не платить по счетам 3 месяца. А чтобы убрать заглушку и вернуть себе канализационную свободу, придется заплатить. Только такая практика, уверяют специалисты, заставляет население рассчитываться за услуги ЖКХ. Возможно, и наши коммунальщики возьмут на вооружение опыт коллег, чтобы из-за 2-3 нехороших квартир не страдали добросовестные граждане.